Так, ты что тут крутишься, алё? О, дурачок, смотри. Накрутился, накрутился. Хотел меня подрезать, а подрезался сам. Да, ребята, это ошибка новичков. Хотят подрезать, а подрезываются сами. Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру под названием Little Big Snake. И играем мы с таким вот другом-танком. Да, мы играем за танк. Вот у нас такой... А, у нас, кстати, 5 друзей. Где у нас тут самый большой, кстати? Неизвестно. Вот буду с этим ходить, бегать. И где-то здесь есть у нас самый большой друг. Как этого зовут, зелененького? Смотри, он активный, а? Давайте я помогу немножечко подкушать. Вот, танчик. Едем, ускоряемся. Так, а мы здесь, смотри, на конце карты, да, находимся? Ага. Давай ему скажем привет. Ага, привет. Так, куда-то он побежал. Давайте тоже за ним будем бежать. Ух ты. Вот, смотри, вот большой танк, наш друг. Давайте с ним тоже поедем. А куда-то... О, какой он быстрый, слушай. Куда он убежал, интересно. Ой, аккуратненько. Так, кто-то здесь из наших погиб. Видно. Так, скушаем, может быть, этого бабла? Давай, бабл. Оп, все. А почему-то он ничего мне не дал, интересно. Абсолютно ничего у меня не было. Ладненько, отправляемся. Где у нас все друзья? Можно их вообще увидеть? А, я на карте вижу. На карте я их вижу. Ладно, будем немножечко сами развиваться. Вот и бабл. Давай его сюда. А, не убегай. Вот, сейчас я тебя в кольцо. Вот, нормально. Хорошо. А вот этот рядышком, это наш друг или нет? Вот как узнать? Фиг знает. Может, тоже какой-то чувак. А может, друг наш. Так, а нет, это наш друг был. Смотри, на карте показывает, что наш друг. Куда он побежал? Где он? Непонятно. Какие-то они, получаются друзья странные. Как-то они играют. Как-то сами бегают. Ох ты, видение. Отлично, прокачали. Теперь мы больше видим немножечко. Хорошо. Вот еще... О, зелененький бабл мне нужен. Зелененький. Сейчас мы его в колечко. Все. Он сейчас лопнет. Отлично. Так, получили мы магнитик. Так, а тут что? Кто-то что-то взорвался, что ли? Смотри, сколько много. Больших, крупненьких. Так, видение у нас упало, к сожалению. Где у нас бабл здесь бегал? Убежал. Ладненько, идем в правую сторону. То, что у нас все друзья справа. Потихонечку сейчас поедем. Либо ускоримся. О, бабл. Сейчас мы его словим. Так, бабл. Вот. Давай, ломайся. Все, бабла словили, споймали, дальше идем. Так, друзья, справа где-то все они сидят. Вот такой вот танк. Интересненький, да, у нас? Танк. Так, давайте побыстрее. Где у нас, ребята? А, жужи. Одну жужу мы съели большую, и вот этого слизнячка сейчас съедим. Хорошо. А, ну что у нас по воде? Какой эффект будет, смотри. А, танк, смотри, в воде не тонет. Так, съели жужу какую-то. Я надеюсь, это был не игрок, а просто бот. Потому что когда мы играли за жужу, и когда нас ели различные змейки, было неприятно. Так, вот этого сейчас словим. Смотрите, ребят, а по ходу дела я еще увеличиваюсь. Смотри, какой большой стол. О! Такой вот у нас танк мощный. Так, вот этого сейчас. Ох ты, кто там? Кто там? Кто там такой? Какой-то баранчик, да? Может, он лопнет, нет? Нет, ну, вряд ли он лопнет, конечно. Так, а что же я рассказывал, да? О, блин, этого я не снимаю. Вот, смотри, видишь, куда? Ой, ладно, ешь как хочешь. Но я тебя мог подрезать, слушай. Вот ты бы пошел бы за баблом, а я бы тебя подрезал. Так, ты что тут крутишься, алё? О, дурачок, смотри. Накрутился. Хотел меня подрезать, а подрезался сам. Да, ребята, это ошибка новичков. Хотят подрезать, а подрезываются сами.
да. О, какой у меня танк стал, смотри. Прикольненький, большой. О, прям уже... Его, кстати, отчетливо стало видно, этого танка. Видишь, дуло такое, смотри. Так, сейчас бабла этого споймаем. Колечко. Оп, хорошо. Видения открылись. Открыли. Это нам, кстати, не очень даже хорошо. Вот еще, смотри, баба ходит. Давай мы его словим. У него, конечно, просто нектар будет, но все равно. Да. А зеленые баблы нам дают какую-то способность. Так, это не наш друг. Нет, аккуратненько. Сейчас этого споймаем. Вот, одного споймал и второго, смотри. Как они лопнулись, да, хорошо? Так, сейчас быстренько это все подслушаем. Угу. Против такого танка, да? Против танка не попрешь. Так, здесь камни, аккуратно надо. Против танка не попрешь, слушай. Надо аккуратненько. Не спешите. О, сколько среди еды. Опа, а ты, слушай, мой друг, да? Чувак, а, друзья мои пришли, прикинь, вот они. Ха-ха-ха. Друзья, привет. Привет, друг. Так, а ты друг мой или нет, нафиг? Вот это я не знаю, слушай, точно. Нет, это не мой друг, прикинь. Да ну нафиг. Да, это не мой друг, прикинь. Ну, я так просто буду кружиться, да и все. Не знаю, получится, конечно, так или нет. Да, это не мой друг. Блин, а похож-то как. Ха-ха-ха-ха. Кто кого, да? Два танка. Кто кого. Да, долго будем кружиться. Смотрю. Да, смотри, у меня вообще кислород перекрыл. Хоть бы ты лопнул, блин. Было бы классно. Смотри, все-таки меня съел, гад. А я-то думал, что это друг, слушай. Ну, похож очень, очень похож, слушай. Ну, танк же, танк. Но это был не друг. Это был не друг, и он меня съел, к сожалению. Ну, ладно. О, давай к Рональду подключимся. А, твоя рука переполненная у него уже, смотри. У него уже переполнена. Хорошо, ладно. А, ничего страшного. А мы сейчас, может быть, даже откроем сундучок. Сундучок. Да, открыли деревянный сундук. Получили деньги. Ну, не сильно много. 11 монет. Ну, ничего страшного. Опа! Смотри, что это такое? Мы открыли новую возмея. Кто это? Новый скин пришелец. Отлично. Выбрать пришельца. Очень даже неплохо. Очень даже хорошо. Вот такой вот у меня пришелец есть. Представляешь, открыли пришельца. Круто. Так, давайте быстренько кого-нибудь съедим здесь. Вот этого. Да, с танком как получилось, да? Что я думал, что это мой друг, и как-то сильно особо... Он потерял бдительность, короче, вот так можно сказать. Я потерял бдительность. Так, а ну-ка, тихо, бабл. Бабл, это я тебя могу взорвать, нет? О, лопнул. Отлично. Потерял я бдительность. Думал, что это друг. А это на самом деле не друг. Опа, есть. Подбили мы его. Смотри. Ох, сколько много вкусняшек у него, да? Какой-то гад тоже, смотри, быстрее подъедать, а? Все голодные такие. Фига у меня пришелец какой интересный, да? Интересный чувак. Змея интересная, красивая. Пришелец, прикинь, да? Офигеть. Так, а ну-ка, жужа. А вот этого я смогу прибить? Есть, смотри. Понял, как надо. Подрезать-то. Просто не ожидал, что я его подрежу. Он просто не ожидал. Так, камень, аккуратно. О, какой пришелец у меня большой стал. Ага, подрезали мы его пришельцем своим. Хорошо, ребята, жужа. Так, все, жужа, улетай. И у нас здесь есть слизни. Давайте съедим пару слизней. Ага, а друзья же могут, в принципе, ко мне подсиропиться. Что ж они не хотят? Давайте, ребята, друзья, присоединяйтесь ко мне. Так, давайте, смотрите, мы уже к... В конце карты пришли. Нам нужно идти дальше. Так, куда отправимся? Смотрите, здесь где-то король с короной, смотри, тут. Так, давай вот этого съедим. Алло. Бабл. Есть. Прям нормально, с первого удара съели. Так, немножечко сейчас насытимся энергией. Так, куда идем? Нам нужно влево куда-то идти.
Влево. Да-д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 а. Так, этого сейчас посидим, нет? Иди. Так, оставляю, да, я след? Да, я посмотрю. След остается у меня? Нет. Немножко, да. А, вот мой след. Кстати, вот энергия, да, справа внизу, она показывает, сколько у меня энергии в данный момент. Вот, если она заканчивается, то я начинаю потихонечку терять... Ох ты, смотри. Смотри. Ах ты, гаденыш. Меня подрезал все-таки. Ну, не успел я немножечко подбежать. Проехать, да? Так, сколько мне дали ключиков? 3? А, 9. 9 ключиков. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, что мы откроем сейчас. А, скин песчаный змей. Ага, хорошо, спасибо. А вообще у меня сколько открытых? У меня открытых 1, 2, 3, 4. 4 открытых скина. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.